Поздравления на разных языках, песни и угощения на столах. Межнациональный Новый год – это уже добрая традиция в нашей республике. В одном зале корейцы, украинцы, немцы, белорусы, хакасы, русские, шорцы. Пример дружбы народов, взаимопроникновения различных культур и традиций. Конечно, национальный вопрос очень важен. Толерантность. Мы живем дружной семьей. И украинцы, и белорусы, и немцы, и казахи. То есть все. Разумеется, важно. Мы все дорожим тем, что наши отношения крепнут, развиваются. Так и должно быть в многонациональной республике, где проживает более 100 национальностей. Дружба народов очень важна. У нас более 100 национальностей в республике проживает. И этим богата Хакасия народами, культурой, традициями. Мы взаимообогащаем друг друга. Полина Назарова, Дмитрий Парахин, РТС.